Озимая пшеница скипетр, уже местами восковая. То есть восковая спелость преимущественно. Кое-где давится еще. Подгон подтягивается благодаря такой прохладной погоде. А по густоте здесь, конечно, где-то 700. Листья засыхают не от болезней, а это как бы естественное созревание, возможно, не хватает здесь местами питания. То есть там, где были перекрытия по удобрениям, еще видно, что растение зеленое, еще продолжается налив. Так. Поле, конечно, из-за своей пестроты не подходит равномерно, но это всегда, это везде. Особенно на участках рельефных, имеющих склон,